Глотаешь? Угу. Ладошку подставляешь. Глотай хотя бы иногда. На все твои хотелки он просто скажет «да». Один сейчас кринж испытал. Я просто сейчас набираюсь новых словечек молодежных, так как я бываю очень часто в ТикТоке, в Инстаграме, и кринж — это значит стыд. Понимаете, вот мне стало стыдно. Ладно, буду говорить по-русски. Знаете, иногда даже полезно смотреть такие видео, знаете почему? Потому что вот иногда так начнешь общаться с какой-то женщиной, так, ну, с ней жить даже, может быть, какие-то отношения выстраивать, и у вас происходит интим, и во время этого интима она, ну, вот как они здесь выразились, глотает после, да, орального секса. И ты думаешь, она тебя так сильно любит, а теперь вы знаете, что... Нет, она просто-напросто таким образом вами манипулирует. А я типа, я глотаю тебя, а ты мне должен. Ну ты же мне скажешь «да» на все мои хотелки, да?